Гоп-стоп по-африкански. В Петербурге по делу о вымогательстве 35 тысяч долларов у гражданки Нигерии арестованы еще двое подозреваемых. В ноябре этого года на съемной квартире женщину жестоко пытали и избивали в течение 10 часов. Злоумышленники требовали так называемые откупные за вакансию проститутки. А утюгом-то за что прижигали девушек? Тоже честно, я не могу понять. Такие жестокие методы пошли в ход после того, как девушка отказалась продолжать трудовую деятельность на ниве продажной любви. В итоге тело жертвы полностью изуродовано. На нем множество ожогов. По указанным фактам были возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 163 Уголовного кодекса Российской Федерации «Вымогательство». Все четверо участников преступления задержаны. Они будут дожидаться решения суда под стражей.